Всем добрый вечер. Клуб Петроградец, школа боевых искусств 97 МОМОТа. Сегодня покажем упражнение для отработки грушений. Положение следующее. Я нахожусь на спине, партнер со стороны ног. Отсюда мы делаем простое удушение, вот это с крестным хватом. Захват снизу, ладошки к потолочку. Выдергиваю захватик, запускаю руку, как в стойке делали. Подтягиваю ногами к себе. И левой рукой заряжаю под ухом вот сюда. Как только взял захваты, плотненько сжал, прижимаю к себе обязательно. И развожу локти и включаю кисти. Кисти включаются вот таким образом. Так, так могут включаться. Как это делается, я взял? Раз. Подбросил ногами, чтобы удобно было. Если я ногами не подбросил, а тяну руками, он видит мое движение, он не пустит. Подбрасываю ногами, забираю захват отсюда и поддушил. Партнер тоже отсюда берет захват. Делает то же самое движение. Подернуть. О, выше. О. Да. Сильнее дергать. О, ногами тоже работаем, прижимаем вот сюда. Если плохо взял захват, допустим, руками, не давайте ему отсюда уйти. И подбираюсь захватик. Подушил. Угу. После этого меняемся положением. И отрабатываем то же самое, но уже в другом положении. Здесь лучше не тянуться, потому что партнер у меня отработает ногами и руками, он все видит. Отрабатываю рывочку вот сюда, забираю захват вот сюда. И когда опускается он, рука идет на дальний отворот. И включаю партнера снизу. Может так получиться, что я взял захват, и мне не нужно его партнера бросать на спину. Я просто прижимаю его прямо здесь, душу, и получается работающий. Дернусь сильнее. О, да. Да. Даже может получить такое положение. Я взял хороший захват, а он, допустим, меня ногами отталкивает. Да. Тогда можно что сделать? Он сейчас мне руки может разорвать. Чтобы руки не разорвал, я ухожу на бочок вот сюда. Его рукава уже неудобно защищаться. Вот здесь неудобно защищаться. Пока мы переворачиваемся, я душу. Как вариант, взял захват, он начинает мешать руками, в этом положении спине и руки не работают. Если я падаю на бочок, руки у него уже так сильно не работают. И здесь додушиваю. Ну вот такая парная работа. Поработали вроде одно положение, сверху снизу, совершенно универсальное удушение. Что можно в стойке делать, что в партере. И как мы показали, из разных положений можно снизу, сверху. Всего спасибо, всем удачи.